Очередная авария на углу Мельницкой и Балковской. Део Матис вылетел на перекресток на красный свет, врезался в троллейбус и перевернулся. 69-летняя женщина, которая была за рулем легковушки, жива, но у нее разбита голова. Отметим, что две машины скорой помощи проехали мимо аварии. Вероятно, кареты не могли остановиться, ведь ехали на другой вызов. Впоследствии женщину все же доставили в больницу. Также свидетели аварии воспроизвели траекторию движения автомобиля. Он, наверное, выехал прямо на троллейбус, и он просто в бочину въехал. Видите, там вмятина на двери. Его просто перевернуло. Только за неделю в Одесской области зарегистрировали 428 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах региона погибло 6 человек. Еще 22 получили серьезные повреждения.